Далее прямой эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Хамба, добрый день, вам слово. Спасибо большое, Азлиха. Мы продолжаем пресс-конференции в службе центральных коммуникаций. Қайырлы күн, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Кезекті баспасөз мәслихатымыз Қазақстан және Мажарстан арасындағы екі жақты қарым-қатынастардың 2018 жылғы нәтижелеріне арналып отыр. Алаңымызға бүгін арнайы Мажарстанның Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі доктор Андраш Барани және Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі Биғари Рустем Айдар. Сегодня у нас в гостях чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Республике Казахстан Андраш Барани и вице-министр образования и науки Республики Казахстан Бигари Рустем Айдарбекович поделится итогами венгерско-казахстанских двусторонних отношений за 2018 год. Алғаш сөз кезегін Андраш Барани мырзаға ұсынамыз. Пожалуйста, Андраш Барани, слово предоставляется вам. Құрметті министр орынбасары мырза, құрметті ханымдар мен мырзалар, қымбатты достар. Казахстан Республикасының тәуелсіздік күні құтты болсын. Хотел бы вас поздравить с наступающим праздником. Мы тоже сегодня уже отметим этот праздник в Международной Тюркской Академии. Сегодня в 3 часа будет мероприятие, в рамках которого, помимо празднования наступающего Дня Независимости, пройдет церемония размещения венгерского флага рядом с флагами стран-участниц Международной Тюркской Академии. Потому что одним из важнейших результатов нашего сотрудничества в этом году были достигнуты в многостороннем формате, а именно присоединение Венгрии в качестве наблюдателя к Международной Тюркской Академии и к Тюркскому Совету. Это был один из важнейших результатов нашего сотрудничества в многостороннем формате, но было еще одно очень важное мероприятие, это было в феврале нынешнего года, а именно первое историческое заседание министров иностранных дел так называемой Вышеградской четверки. Это самый успешный формат сотрудничества Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, а также пяти государств Центральной Азии. Это первый исторический формат. В таком формате министры иностранных дел еще никогда ранее не встречались. И таким образом мы тоже хотели обратить внимание наших европейских коллег на важность сотрудничества с регионом Центральной Азии. Как вы знаете, Казахстан является единственным стратегическим партнером Венгрии в регионе Центральной Азии, так же, как и Венгрия является единственным стратегическим партнером Казахстана в регионе Восточно-Центральной Европы, а это 16 государств. Ну и как стратегическим партнерам положено, мы обменялись визитами министров иностранных дел. В феврале господин Абдрахманов посетил Будапешт, а в октябре министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петр Сиарту посетил Астану. Помимо этого, в ноябре, буквально несколько недель тому назад, в Будапеште состоялось 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в рамках которого было подписано целый ряд меморандумов, соглашений, и очень важно, что была создана рабочая группа по сотрудничеству в области ядерной энергетики. Ну, помимо официальных мероприятий, отрадно, что и экономические отношения развиваются. Торговый оборот за прошлый год утроился, превысил полмиллиарда долларов. И отрадно, что в этом году эта динамика не просто сохранилась, но еще увеличилась. За первые 9 месяцев нынешнего года мы зарегистрировали еще 22% роста товарооборота, поэтому не исключено, что к концу года мы достигнем рекордной отметки 700 миллионов долларов, а учитывая расстояние между нашими государствами, я думаю, это все-таки внушительная цифра. Очень приятно, что прямое авиасообщение, которое мы запустили в июне прошедшего года, оно успешно продолжается. Наши столицы связывают прямой рейс дважды в неделю. И мы даже посчитали по статистике, уже более 40 тысяч пассажиров воспользовались этой возможностью. Я думаю, это тоже внушительная цифра, учитывая, если бы не было этого рейса, то на 40 тысяч людей было бы меньше, которые посетили нашу столицу. Мы все больше венгров встречаем в Астане. У нас растет количество консульских случаев, когда они к нам обращаются с вопросами. И очень приятно, что все больше казахстанцев приезжают к нам тоже, о чем свидетельствует и стремительный рост виз, которые выдаются гражданам Казахстана для посещения Венгрии. Здесь мы тоже зарегистрировали рост в 3 раза за предыдущий период.
Ну и, наконец, я хотел бы особенно обратить ваше внимание на то, что на полях межправкомиссии, заседания межправкомиссии было подписано новое соглашение о сотрудничестве в области образования, согласно которому после того, как в прошедшем году мы увеличили количество стипендий, предоставляемых казахстанским студентам, желающим обучаться в Венгрии, с 45 до 200, в ноябре нынешнего года эта квота была увеличена еще на 50, и сейчас правительство Венгрии предоставляет казахстанским абитуриентам 250 правительственных стипендий. Это решение было принято в связи с тем, что мы зарегистрировали более 1000 абитуриентов, которые подали свои заявки на венгерские стипендии в прошедшем году. И учитывая этот интерес, наше правительство приняло решение еще на 50 увеличить эту квоту. И мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, обратить внимание всех потенциальных абитуриентов на эту возможность, потому что конкурс открыт, и срок подачи заявок 15 января. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну а более подробно о грантах расскажет господин вице-министр Рустам Айдарбекович. Пожалуйста, вам слово. Құрметті Ханнонарли Мырзалар, уважаемые участники пресс-конференции, сегодня вы знаете, высшее образование в Казахстане переживает качественный новый этап развития. Мы ориентированы на построение открытой образовательной сферы, конкурентоспособной на мировом рынке. Поэтому укрепление сотрудничества в сфере образования на международной арене для нас является очень важным приоритетом. Вот система высшего образования стремится у нас внедрить передовые практики стран ОЭСР и Европейского Союза. У нас расширена академическая свобода в вузах и в разработке образовательных программ. Мы скорректировали принципы подхода к управлению высшего образования, который осуществляется с перехода от контроля качества образования к системе обеспечения гарантии этого качества. Для повышения качества образования в системе высшего образования мы приняли ряд мер, таких как это выборность ректоров вузов, вы уже знаете, создание наблюдательных и попечительских советов. В целом наша программа развивается в рамках стратегии и государственной программы до 2019 года. На всех уровнях мы определили прорывные проекты. Таким образом, у нас в Казахстане идет комплексная работа по подготовке специалистов. И как уже мы отмечали, что одной из главных целей является плодотворное сотрудничество и укрепление развития образования между Казахстаном и Венгрией. Вот прошедший в феврале первый венгеро-казахстанский форум ректоров высших учебных заведений, он послужил положительным импульсом для укрепления двухстороннего сотрудничества между нашими государствами и вузами двух стран. И не случайно первый форум ректоров вузов Казахстана и Венгрии был организован именно вот в Венгрии. Она имеет давнюю традицию высшего образования. Университеты Венгрии, а это одни из старейших в мире вузов. На сегодня основное сотрудничество у нас в рамках образования между Венгрией и Казахстаном осуществляется, вот как уже отмечали, в рамках соглашения между Министерством образования и Министерством человеческих ресурсов. И 19 ноября 2013 года данное соглашение было подписано, и, как уже отмечал господин посол, если ранее в 2014 году квота была 45 грантов для казахстанских граждан, то сегодня она уже увеличена до 250. Мы таким образом создаем подрастающему поколению условия для изучения культуры, истории двух стран. Мы благодарны правительству Венгрии за оказанное доверие. Уважаемые дамы и господа, мы без сомнения хотели бы отметить, что победителями в конкурсной борьбе будущего будут именно те, кто сможет создать и развить более передовой человеческий капитал. Во-первых, это всеобъемлющее образование, охват всех, функциональная грамотность, содержание и так далее. Еще раз хотел бы отметить, что сотрудничество между Казахстаном и Венгрией в сфере высшего образования имеет долгосрочные перспективы. Оно содействует интеграции национальных систем в мировое образовательное пространство. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемые гости, за информацию. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста.
Сұрақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. Первый вопрос. Казахстанская правда, Александра Власова. Расскажите, пожалуйста, более подробно о тех решениях, которые были приняты на заседании в области туризма. Что будет, как будет облегчен безвизовый, может быть, въезд для туристов из Венгрии в Казахстан и, наоборот, из Казахстана в Венгрию. Хотелось бы узнать, если есть статистика, сколько венгров посетили в текущем году Казахстан, сколько казахстанцев посетили Венгрию в текущем году. И также, какие наиболее популярные маршруты выбирают венгры в Казахстане? И есть ли такая информация, что предпочитают посмотреть в Венгрии казахстанские туристы? Это познавательные туры, образовательные, либо отдых? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, за счет запуска прямого авиасообщения у нас действительно туристический поток вырос. Но должен подчеркнуть, что, во-первых, мы благодарны правительству Казахстана за то, что уже в первом кругу в 2015 году граждане Венгрии получили право безвизового въезда в Казахстан сроком до 15 дней, а потом уже с 2016 года на 30 дней. Таким образом, наши граждане беспрепятственно могут посещать вашу страну. Это принесло свой хороший результат, я думаю, уже во время Экспо, когда, например, наш павильон посетило более 300 тысяч человек. И однозначно я все чаще и чаще слышу венгерский язык на улицах Астаны. С другой стороны, за счет этого у нас нету статистики. То есть мы не можем вам точно сказать количество тех венгерских граждан, которые посещают Казахстан. Я думаю, в статистических комитетах, наверное, есть какие-то методы исчисления посетителей, но могу вас заверить, что количество однозначно растет. К нам обращаются за советом в посольство иногда и для организации непосредственно туров. И те наши соотечественники, которые приезжают в Казахстан, они обычно уже подготовлены в том плане, какие достопримечательности они желают посмотреть. Что касается посещений казахстанцев в Венгрии, во-первых, должен вас заверить, что Венгрия является самым большим лоббистом в Брюсселе того, чтобы либерализовать визовый режим с Казахстаном. В Европейском Союзе на данный момент 28 государств-участниц, поэтому нужно полное согласие, но поверьте, что на всех возможных форумах мы громче всех говорим о том, что визовую систему по отношению к гражданам Казахстана нужно упростить. Что касается въезда, то по визам у нас есть данные. Как я сказал, количество виз за год приблизительно утроилось, именно венгерских, шенгенских виз. И к концу года в Астане будет около 1000 таких виз, 2000, прошу прощения, а в Алматы это количество превысит 3000. Таким образом, это количество тех граждан Казахстана, которые подавали заявки непосредственно на венгерские шенгенские визы. Но, как вы знаете, шенгенские визы, они обеспечивают право на посещение любой страны в этой зоне, поэтому, скорее всего, и другие граждане, имеющие визы в другие шенгенские страны, посещают наше государство. И наоборот, те, кто приезжают к нам в Будапешт, наверное, пользуются возможностью и за каких-то там 200 километров поехать в другую соседнюю страну, потому что у нас размеры намного меньше, чем в Казахстане, где человек разогнался еще только в Караганде, у нас это уже Вена или Братислава или Прага. Но однозначно туристический поток растет, и я думаю, из года в год это будет продолжаться. Спасибо. Есть еще вопросы? Тимара Доспан. Менің сұрағым, Қазақстанда Венгриядан келіп оқитын студенттер бар ма? Егер бар болса, олар көбінесе қандай мамандықтарды таңдайды? Және тағы бір сұрақ, осы Венгриядан оқып келген түлектер Қазақстанға келіп, жұмысқа орналасу жағы қалай қарастырылған? Рахмет. Сұрақтарыңызға рахмет. Қазіргі таңда бізде Венгриядан студенттер ақпарат жоқ, бірақ Венгрияға өте көп жас адамдар баратын бар. Мысалы, өткен жылда ол
200 стипендия Венгриядан берген, а осы қантардан бастап 250 гранттар беріледі. Рахмет. Андраш Парани, вопрос был о том, есть ли студенты из Венгрии, которые учатся здесь, в Казахстане, и какие специальности они предпочитают? Есть такие студенты, их не так уже много, поэтому и почти всех знаем поименно. Ну, обычно это от 5 до 10 человек, бывает по полной программе, бывает только на один семестр. Их в основном интересуют, во-первых, наши общеисторические корни, поэтому я знаю до сих пор студента Аль-Фараби, она на докторантуре по археологии. Есть студент, тоже исходя из интереса к нашим общим корням, он учится по специальности музыкальных инструментов традиционных казахстанских. Есть студенты экономического факультета и есть историки. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Дилихан Алимесов, у меня несколько вопросов. Мне бы хотелось узнать о знаменитом вашем проекте, который проходит ежегодно в Будапеште, про Формулу-1. Чем будет он ознаменован в следующем году? И скажите, пожалуйста, будет ли от посольства организованы какие-то розыгрыши билетов на Формулу-1, если можно более подробно. И второй вопрос. Известно, что Казахстан и Венгрия подписали меморандум на 5 миллионов долларов по поводу расширения производства оригинальных лекарственных препаратов в Караганде. Скажите, пожалуйста, как у них сейчас успехи? Вышли ли они наоборот на полную мощность? Если можно тоже поподробнее здесь. И третий вопрос по поводу Рождества, который пройдет у вас 25 декабря. Как вы планируете отпраздновать это мероприятие? Будут ли какие-то мероприятия в связи с этим здесь, в Казахстане? Спасибо. Ну, во-первых, по Караганде, я, насколько знаю, эти компании, которые подписали меморандум, они продолжили сотрудничество. Речь идет о том, чтобы натуральные продукты, которые производятся в Казахстане, через венгерскую компанию вышли на европейские рынки. Что касается Формулы-1, то я вам могу сказать единственный такой интересный, может, факт. Просто я не эксперт в этом направлении, что Венгрия была первой страной социалистического лагеря, где было принято решение проводить гран-при Формулы-1. И если я не ошибаюсь, то это было вроде в 84-м или 86-м году. И мы считаем это успехом, что мы сохранили это право проведения гран-при у нас с тех пор уже на протяжении многих десятилетий. Но мы особо не занимаемся, так сказать, популяризацией этого спортивного мероприятия. Но я воспользуюсь идеей, которую вы мне дали, и свяжусь с организаторами. Что касается, будьте добры, напомните третий вопрос. Рождество, да, спасибо. Но Рождество, это, должен вам сказать, для нас, мы христианское государство, после того, как обрели новую родину в Карпатском бассейне, доскакав до него верхом на лошади, в 1000 году наш первый король, святой Иштван, он принял христианство, и таким образом все наше население приняло христианство. И Рождество является самым большим праздником для католиков, для протестантов. Но здесь два направления. Во-первых, есть большие рождественские ярмарки. Кстати, Будапештская рождественская ярмарка по голосованию туристов была избрана второй самой популярной в мире, поэтому приглашаем всех вас посетить эту ярмарку. Ну и есть более такая скрытая семейная часть, потому что обычно у нас и 25-е, и 26-е выходные дни. И когда человек 24-го отметил этот праздник в своем узком семейном кругу, потом 25-го мы посещаем родителей, одной из членов пары, потом другую. И не случайно у нас в эти дни все рестораны, все магазины, все закрыто, потому что, по сути, весь этот фурор переходит в такой более узкий семейный вид отмечания этого праздника. Но до 24-го наши ярмарки открыты, они красочные. Приглашаем вас. Спасибо. Еще вопросы, коллеги, пожалуйста. Телеканал ТДК, у меня вопрос такой, вот, как живут кипчаки в Венгрии? Я хотел бы узнать, вот, сколько их, в столице они живут или в провинции, средние зарплаты, если не секрет. Соблюдают ли они традиции древних номадов и поддерживают ли они связь с Казахстаном? Спасибо за интересный вопрос. Да. Во-первых, около 250 тысяч потомков кипчаков по статистике проживают у нас.
Ну, естественно, язык они уже утеряли. Прошли столетия, я даже вам скажу конкретно дату, это было 27 марта 1239 года, когда под предводительством хана Катяна король Венгрии Бела IV принял и дал убежище кыпчакам, которые спасались от монгольского нашествия, которое потом нас тоже настигло. И по разным данным, до 17 столетия они сохранили свой язык. Был даже перевод «Отче наш» с венгерского или там с латинского языка на кыпчакский, он сохранился. И в городе Карцак, который является центром проживания кыпчака в Венгрии, есть монумент тому человеку, который по преданию был последним носителем кыпчакского языка. Но с тех пор прошли столетия, язык не сохранился, но очень бережно сохраняется идентичность. Есть у нас союз кыпчаков, который, кстати, возглавляет наш министр финансов Михай Варга, который также и является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также стратегического совета между Венгрией и Казахстаном. Так что в его лице один из потомков кыпчаков, который является настоящим фанатом развития наших двусторонних отношений, и он вносит свой большой вклад. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Кульпаш Канырова, Международное агентство ЭФИ. У меня вопрос по нынешнему статусу. Вот вы говорили о проекте в сфере атомной энергетики. Хотелось бы узнать, есть ли развитие этого соглашения? И второй вопрос, а можно поподробнее, по каким специальностям эти стипендии выдаваемые? Потому что интересно знать сферы, направления, учитываются ли потребности страны. Спасибо. С вашего позволения, очень коротко по атомной энергетике. Ну, во-первых, первое заседание рабочей группы, оно прошло вот буквально сейчас в ноябре. Это было, ну, как бы сформировалась эта рабочая группа. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в этом направлении, потому что у нас принято решение о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции ПАКШ. По плану в ближайшее время, в нынешнем, в следующем году должно начаться строительство этих новых двух энергоблоков, потому что мы считаем, что энергонезависимость чрезвычайно важна с геополитической точки зрения для любого государства. И учитывая наши размеры, наше население, за счет атомных электростанций мы можем обеспечить, ну, процентов 40, а то и 60 электроэнергии, которые требуются для наших граждан. Поэтому мы считаем это очень важным проектом. С Казахстаном, как с самым большим производителем урана и теперь уже урановых отопительных этих, ну, я прошу прощения, не знаю, как они называются точно, для нас очень важно, чтобы была возможность развития сотрудничества с тем, чтобы в будущем диверсифицировать нам источники энергоносителей. Город ПАКШ. Относительно дисциплин, приоритетом в рамках данного соглашения является это искусство, сельское хозяйство, технические науки и гуманитарные науки. Обучение в венгерских вузах осуществляется на двух языках, на венгерском или на английском. Венгерский, если студенты, ребята выбирают венгерский язык, они один год, за счет венгерской стороны, и в целом все обучение за счет венгерской стороны осуществляется. Они выбирают, если венгерский, то они один год обучаются на фондейшн, изучают язык, и затем приступают к академической учебе. Хотелось бы отметить как раз это вот для пользы случаем, что эти гранты, они предоставляются совершенно для всех граждан Казахстана. То есть любой гражданин из села, из города или какого-то поселка может подавать. Единственным критерием является это успеваемость. Если выбирается английский, это выбирается уровень знания английского IELTS. И все эти документы совместно с венгерской стороной рассматриваются, вот как уже партнеры говорят, в январе. В январе мы набор объявляем, он абсолютно открытный, прозрачный, и совместно проходит уже с вузами собеседование с потенциальными студентами, и студенты после этого могут уже ехать на учебу в рамках выбранных специальностей, которые я уже сказал, ехать на учебу в Венгрию. Какой срок и если условия?
А вот суть именно этого соглашения в том, что никакого залогового обязательства нет. То есть это абсолютно бесплатная, открытая возможность детям, талантливым детям, которые хотели бы получить образование за рубежом в Венгрии, обучиться. Никакие залоговые обязательства или там, обязательства перед Министерством образования или венгерской стороной нет. Это вот такие намерения, да, двух стран повысить уровень образования в наших странах. Коллеги, дайте микрофон. Возрастных ограничений нет. Возрастных ограничений нет. В январе мы на сайте министерства и на сайте Центра международных программ будем это объявление выпускать. То есть там стандартные требования – это, опять же, успеваемость по аттестату, знание языка, если выбирают английский. Если венгерский, то это, я так полагаю, не нужно, потому что будет только и критерием являться успеваемость ребенка. И, соответственно, если выбирают венгерский язык и проходит, он изучает его в Венгрии. Что ж, спасибо большое. Уважаемые коллеги, таковы итоги двусторонних отношений между Казахстаном и Венгрией. Также мы сегодня узнали о том, что количество грантов для казахстанских студентов увеличилось с 200 до 250. Эти гранты выделяются правительством Венгрии. Мы желаем нашим студентам, которые захотят учиться за рубежом, удачи. Благодарим наших гостей за предоставленную информацию. Поздравляем со всеми предстоящими праздниками. На этом мы завершаем пресс-конференцию. Құрметті әріптестер, осымен баспасөз мәслихатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар.